Я бы никогда не покрасил бы свои волосы, но всегда было интересно, как бы они выглядели в другом цвете. Всем о нем, друзья, меня зовут Ники, и запомните меня такой. Потому что буквально уже через несколько минут, а то и секунд, я буду совершенно другим человеком. Ну, девочки поймут, да, когда мы говорим совершенно другим человеком, это означает, что мы решили сделать что-то с волосами. И, как правило, я очень часто экспериментирую и вообще творю что-то непонятное. Нет, все-таки я не буду никогда красить. Собственно, давайте немного предыстории. Вы знаете, да, что я отращивала свой цвет волос после того, как стала блондинкой. Мне хотелось просто своего ровного цвета на всю длину и отращивала волосы после того, как мне неудачно подстригли каре в Корее. И совершенно недавно я постригла корейскую а-ля челку, боковые волосы. Кстати, вы можете посмотреть это видео на моем канале. И сейчас мои волосы выглядят вот так. Они здоровые, они красивые, они просто идеальные. Спрашивается, что мне на жопе ровно не сидится, да? Но я каждый раз от вас получаю сообщение: блин, ты мне так нравилась блондиночкой, блин, тебе так шли светлые волосы. Мой здравый ум, который мне говорил, ты только что отрастила классные волосы, сиди на жопе ровно и просто наслаждайся результатом. Так что, друзья, обязательно поставьте лайк под этим видео, потому что я не знаю, что будет, это решение спонтанное. Подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. А теперь давайте посмотрим, что вообще получится. Вообще, мне пора было делать маникюр. Даже не то, чтобы пора было, я просто не могу ходить уже с этим маникюром, который мне сделали в трэш-салоне, потому что каждый уголок здесь отваливается просто повсюду отслойки, и меня это жутко бесит. Поэтому я подумала, что раз уж я буду окрашиваться, почему бы не сделать еще и новый маникюр и просто быть реально новым человеком. Я не голословлю. Вот, видите, вот она. Отслойка идет. Вот здесь вот отколотый какой-то край, и такое происходит просто на каждом практически ногте. Я не поняла, как все это началось, но процесс уже пошел. Меня уже начали осветлять, и вроде бы там уже что-то коричневое виднеется. Как кожа? Комфортно было? Не щипало? Ничего? Кстати, отлично было. Нет, ну пощипывала, я чувствовала вот это, знаешь, пузырьки как будто вот такие. Покалывание, да? Да-да-да. Но не жгло. Но не жгло. А помню один раз, когда меня обесцвечило, меня до такой степени жгло, что я просто на месте сидеть не могла. Да, бывает так. Дальше, конечно, тоже будет чуть-чуть пощипывать, это нормально. Еще все впереди, да? Да. Я сегодня буду здесь практически целый день, поэтому нужно подкрепиться. Обалдеть, у меня уже практически белый цвет. Вообще, мы хотим сделать десятку, чтобы был прям очень белый лист. Ну, уже практически. Практически. Вы посмотрите на меня. Я буду блондинкой. Я до сих пор в это не верю. Что происходит вообще? Гарабл, здесь я очень похожа на лысую, и теперь я увидела свою истинную форму черепа. Поэтому мы сейчас уже перешли к тонировке. Так, сейчас мне будут стричь волосы. И сколько мы убираем? Каре делаем? Здесь как видишь ты 2 сантиметра, как вижу я. Нет, ну да, как бы. Не, ну сколько надо? У нас есть доказательства, что она разрешила нам делать все, что угодно. Мне сейчас будут исправлять тот эксперимент, который я делала, и сделаю самую настоящую корейскую челку боковую. Опа, погнали. Не знаю по поводу самой настоящей. Хотя да, ну как бы настоящая она уже не может быть, потому что... Куда еще более корейская она может быть? Я, Ники, сегодня сделаю волшебную маску, в которую я добавлю пигмент, и она может дома поддерживать этот оттенок. Мне кажется, вообще сильно красиво. Сильно красиво, да, обалдеть. Итак, первая реакция. Сержа, давай посмотри-ка на меня. Готова? Да. Ты готов? Я так всегда готов. Ну, давай посмотри. Че, не понда? А ты ниже опусти. Очень красиво очень. Тебе нравится? Да. Прикольно.
Хорошо смотрится. Да, дай потрогаю. Я стала суперзвездой? Ты была? Суперстар. Да, волосы такие же остались, кстати. Качество, вот, да? Да, у тебя до этого жестче они становятся, когда красишь. И волосы я не повредились? Волосы. А то бывает, когда так делаешь, они становятся ломкими. Ты чуть-чуть еще постриглась. Вообще классно. Мне очень нравится. Ну что, как тебе моя прическа? А почему она не желтая? Она должна быть желтой? Ну да. В прошлый раз. Как в прошлый раз? Это что? Это что за цвет волос? Это блонд? Это блонд. Ну, красиво. Красиво? Да. Ты не знала, что я же крашусь, да? Ну, баба говорила, но она не говорила, в какой цвет. Ну что, а тебе нравится мой новый цвет волос? Как? Нравится? Мам, ты чего всех спрашиваешь, как тебе нравится? Морик бедный, ничего не понимает. Он в шоке от меня. Угу. Ну что, ты готова увидеть меня? Давай. Что там? А что мы сделали с Геной? Цвет вообще бомба получилась, да? Вообще, знаете, с чего все началось? С того, что одним прекрасным вечером, буквально на этой неделе, моя подруга написала мне: «А ты не хочешь снова стать блондинкой?» И как бы вот, я уже блондинка. Ну что, пишите в комментариях, мне идет блонд, не идет, и как вам вообще цвет самого блонда, потому что я просто от него в восторге, это настоящий такой вот именно холодный блонд. И знаете, мне понравилось то, что теперь у меня волосы такие, как я в принципе хотела, постриженные, все они ровные, прям как, ну как бы симметричные, да? И вообще мне нужно самой переварить эту трансформацию, знаете, когда твои решения бегут вперед твоих мыслей, то есть когда ты уже это сделала, а потом тебе это нужно обдумать. Теперь вы представляете просто, насколько я могу много разных креативных макияжей делать и как они будут круто смотреться с таким цветом волос. Это просто я, ну как бы да, у меня нет слов, одни волосы. И да, в ближайшее время вы будете часто видеть, как я делаю вот так. Как мне лучше, блондинкой, брюнеткой или же, ну блин, я не знаю. Многие даже подумали, что я буду делать фиолетовый цвет, или же серый цвет, как у меня раньше был. Все-таки в фиолетовом цвете я себя сейчас не вижу. Пока я сидела на окрашивании, я, блин, оказывается, спалила, какой у меня будет цвет волос, и мне прям каждую секунду в директе пишут: осветление, блонд, 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 блонд. И что самое интересное, все, абсолютно все просто обрадовались и ждут результата. Вы представляете? То есть ни одного сообщения я не вижу, кто бы написал: фу, тебе блонд не шел, не надо там краситься, ля-ля-та-поля. Всем удачи, смотрите мои предыдущие видео, если вы их пропустили. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всех последних событий и знать их первыми, потому что мои подписчики в инстаграм обо всем узнают всегда первыми. И увидимся с вами уже в новом видосе. Всем удачи, всем пока-пока!